Прям хороший, так его, видите. О, аж хрустит вот. Так, беру водички теплые. 1 литр. Кладу сюда быстро растворимые дрожжи, 1 пакетик. Кладу чуть-чуть сахарного песка. И кладу муки столько, чтобы замесить не очень крутое тесто. Забыла положить соли. Вот столько кладу. 150 миллиграммов масла подсолнечное. Все размешиваю. Хорошенько размешаю. Кладу еще муки. Также размешиваю. Вот такое тесто должно получиться. Вот. Все, оставляю, пускай отдыхает, поднимается тесто. Тесто у меня дошло. Смотрите. Беру тесто. Вот так делаю кружочки себе. Кусочки. Так, поделила тесто на кусочки. Теперь их прям вот рукой вот так вот делаю лепешки. Я никого не учу, я просто показываю, как я делаю. Сегодня так, завтра по-другому, всегда по-разному. Сегодня без скалки, вот только так рукой разминаю. Все. Тесто воздушное, вот мягкое прям аж. Так. Еще вот пузырится. Еще тесто играет прям хорошее, воздушное. У меня тут картофельное пюре. Он у меня замерз. Ну, ничего страшного. Так, теперь я это раскладываю на тесто. Картофельное пюре. Тут я обжарила лук. И добавила зеленый лук. Соль по вкусу, черный перец. Вот так кладу. Так. Вот я сама ем. Сразу показываю. Вот. И начинка какая получается. Тесто воздушное, мягкое. Очень вкусно. Теперь вот так просто вот так леплю и все. Можно вот так сделать. Можно по-любому, как угодно. Можно кругленькие сделать вот так вот. Я уж там всякие наделала. Вот такие пирожки получаются румяные. Я их обжариваю прям в масле. Так, пирожки обжариваю с двух сторон. До золотистого цвета, вот до такого румяного цвета. Вот так я накладываю тут пюре, зеленый лук. И получается вот такие румяные пирожки, обалденно воздушные. Вот такие пирожочки я напекла. Ай, горячий, сейчас. Напекла я большие. Вот. Вот тесто какое, видите? Тесто воздушное, начинку прям много мы не любим. Чтобы тесто больше было. Прям вот и хрустящее, с чаем можно. Да хоть как, хоть супом. Вкусно. Видно, прям воздушное тесто. Вкусное. Если тесто вкусное, начинка само собой будет вкусная. Главное, чтобы тесто вкусное получилось. Тесто хорошо подошло, поэтому тесто вот воздушное. Смотрите, сколько еды. Пускай таскают внуки. Как раз приехали внуки. Если пирожки есть, значит, день будет сытым. Подошел, схватил, съел. Время прошло, подошел, схватил, съел. Все. А зеленый лук прям такой вкус придает. Вы уже знаете. Вот такие уж. Ну, не маленькие пирожочки. Не хотела я сегодня маленькие. Большие он, огромные. Вот. Прям хорошие, как его, видите. О, аж хрустит вот. Ну все, друзья, пока-пока.